Облик Айхала в этом году заметно преобразится, так заявляют поселковые власти. Только на асфальтирование местных дорог из районного бюджета выделили 20 миллионов рублей. На них проведут ямочный ремонт и заасфальтируют дорогу по улице Амакинской. Снесут в Айхале в этом году и 4 ветхих дома. 45 миллионов рублей на это выделила компания «Алроса». Традиционно летом благоустраивать поселок будут трудовые отряды. Капитальный ремонт проведут и в школе номер 5. Планируют завершить и реконструкцию здания для филиала регионального технического колледжа. Не оставят без внимания детские площадки. Их также будут благоустраивать. Кроме того, в поселке установят сеть камер наружного наблюдения. В рамках вот комфортной городской среды мы планируем благоустройство 4 придомовых территорий. И уже как бы определены эти дома. Значит, план как бы утвержден, сейчас проводятся процедуры торгов.